Всем привет, друзья! Меня зовут Шок, и сегодня я подготовил для вас новый выпуск лайфхаков CSGO, о которых вы не знали. И давайте договоримся, если вы что-то узнаете новое из этого выпуска, то вы сразу же ставите лайк. Всем спасибо за вашу честность, но я думаю, то, что мы можем начинать. И да, дружище, в конце этого ролика конкурс, так что досмотри до конца. Число неадекватов в CSGO растет все больше и больше, а общаться с натуралами тоже приятно, поэтому не используя команду полного отключения микрофонов, вы можете технично замутить игроков, которые мешают, но в этот же момент оставить тех, с кем вы общаетесь по CSGO. Для этого нажимаем на заблокировать все связи и после чего тыкаем на пробел, наводясь на других игроков. Благодаря этому вы сможете теперь наслаждаться тишиной и адекватностью. Кстати говоря, такой фишкой пользуется и читбан на Твите. Если вы не знали, но в CSGO просто супер гениальный хитбокс, и попадать в спину слишком трудно, поэтому этот лайфхак вам сильно понадобится. Представим ситуацию, вы в клатче и вы должны раздевать бомбу, зная приблизительную позицию террориста. Для этого мы не становимся в открытую, а просто поворачиваемся на 360 градусов и дефаем бомбу. Да, будет страшно, но вы уж поверьте, это очень годный лайфхак. В таком положении террористу очень трудно попасть в голову, потому что он ее еле видит. А в спину попадать это не очень-то и много хп наносит. Наиболее эффективно использовать эту фишку можно на пистолетных раундах. Третий лайфхак связан с первым тем, что банит игроков и ограничивает наш контакт с ними. Эта команда, которая у вас на экране, дает всем противникам сразу же бан, как только вы зайдете на сервер. То есть, другими словами, они получают сразу же мут от вас. Этой командой пользуются многие стримеры, к примеру, Сеня. Для чего же это делается? А в частности, многие игроки спамят и пишут фейковую информацию в чат, проще говоря, как можно сильно отвлекают вас. Я еще ничего не говорю про оскорбления. Поэтому я вам советую пользоваться этой командой. Вся нужная информация есть в описании этого ролика, она вся продублирована, так что не потеряйте. Это самый новый лайфхак, о котором знают только единицы. В последнем обновлении CSGO на 700 мегабайт была добавлена совершенно новая команда, благодаря которой вы можете смотреть, что творится с вашими тиммейтами. Какое у них оружие, сколько у них хп и в какой точной позиции они находятся. Все это даст вам эта команда. Сразу скажу то, что идея очень интересная и реально полезная. Я напомню то, что эта команда была добавлена в CSGO на этой неделе, что очень классно. Для того, чтобы включить эту фишку, вам всего лишь надо вписать эту команду в консоль и переписать свою клавишу, на которой она будет активироваться. У меня стоит на боковой кнопки мышки, что добавляет комфорт и скорость приключения. Ребят, не забывайте то, что у меня есть отдельный ролик, где я рассказываю про свои бинды в CSGO. Чтобы посмотреть этот ролик, вам всего лишь надо нажать на кнопку I в правом верхнем углу. А на этом я заканчиваю ролик и разыгрываю этот дроп, который у вас на экране. Дроп не из дешевых и надеюсь на ваше участие. Вам всего лишь надо поставить лайк под этим роликом, подписаться на канал, написать в комментариях, сколько лайфхаков вы узнали новых, и поделиться этим роликом во ВКонтакте. У вас показано, как это делается. В следующем видео лайфхаков я выберу победителя, так что смотрите все ролики и ждите победителей. Всем спасибо, ребят, кто смотрел этот ролик, а я с вами прощаюсь. С вами был я, Шок, смотрите мои другие видео. Всем пока.